Итак, я с Тайроном Вудли. Тайрон, поздравляю тебя с победой в этом бою с опасным молодым соперником. Это был интересный и сложный бой для тебя, потому что Келвин не сделал вес. Повлияло ли на тебя ощущение того, что ты сбросил вес как нужно, а твой соперник перевесил аж на 10 фунтов? Конечно, сначала меня это разочаровало, каждый из нас делает вес, это обязательно, но в конце концов он молодой парень, тут все зависело не только от него, но и от его тренеров. И я не собираюсь его судить, я не тот человек. Он не сделал вес, он проиграл бой, это уже достаточное наказание. Поэтому, сколько бы денег комиссия не захотела с него снять, мне эти деньги не нужны, не надо. Ему нужно оплачивать лагерь. Я знаю, что это такое, когда молодому бойцу не хватает денег, поэтому мне ничего не нужно. Он молодой, крепкий парень, всего наилучшего ему в будущем. Самые мощные твои удары были удары с правой. Давай взглянем на один из них. Удивило ли тебя, что он смог выдержать эти удары, которыми ты посылал в нокауты многих бойцов? Я не думал, что он упадет. И я уже говорил это раньше. Люди часто ожидают от меня нокаутов в первом раунде, ожидают мощных ударов. Но я не ставлю перед собой такой цели. Я хочу влиться в бой, посмотреть, как все проходит, наносить свои удары. Это был отличный спортивный поединок. И я доволен своим выступлением. Ну что ж, поздравляю тебя с победой. Тайрон Вудли.